Как вылечить грипп без осложнений в домашних условиях? Вторая часть. Здравствуйте! Чтобы вылечить грипп без осложнений в домашних условиях, нужно обеспечить легкое удаление тепла. Иными словами, ваша одежда должна быть теплой, но легко пропускающей воздух. Например, шерстяной костюм. Примерно такой должна быть и постель. Плотное одеяло, не пропускающее воздух, это способ проснуться с осложнениями. А чтобы обеспечить легкое удаление тепла через органы дыхания и предупредить осложнения со стороны органов дыхания, окружающий вас воздух должен быть температуры от плюс 18 до плюс 24 градуса по Цельсию, а относительная влажность не менее 70-80%. Больше узнать про правильное лечение гриппа в домашних условиях в других публикациях на моем Instagram. Если вы узнали новую информацию, не забудьте поставить лайк на это видео и поделиться со своими друзьями.